И на замену я приобрела от, опять же, моему мал. Ну и еще я приобрела для волос тоже в 7 дней, по-моему, зашла. Я даже и не знала, что это магазин 7 дней. Как-то вывески особо не было. Этот по объему больше и вышел дешевле. Не так, не курс лечения, а именно пропить для. Это масло, кстати, мне очень понравилось. Я от него не то чтобы в восторге. Я от него, конечно, не в восторге. Обычный крем для рук какой-то странной фирмы. Вейс. Как она читается? Когда брала его, вообще не возглавляла. И смешиваю сейчас с вот таким вот тональным средством. Это Ревлон Кор. Моему лицу нравятся масла, мне нравятся масла. В общем, короче, масла forever. Очень интересно, и я, кстати, после его покупки уже я вспомнила одно видео,